На центральной площади возле районной администрации Лямбери прошли чемпионаты Республики Мордовия по перетягиванию каната и армрестлингу. В соревнованиях участвовали Старошайговский, Атюрьевский, Рузаевский, Краснослободский, Зубово-Полянский, Лямберский, Чамзинский, Атяшевский, Дубенский и Инсарский районы. Сразу после торжественного открытия был дан старт спортивной субботе. Проводят такие турниры уже не в первый раз, и они пользуются популярностью. Участники проявили активность в прошлом году и высказали пожелание эти соревнования продолжить. Поэтому вот канун Дня физкультурника в этом году инициаторами выступили Министерство спорта, администрация Лямберского района и ДОСААФ России по проведению аналогичных соревнований. Мужчины показывали свою силу и мастерство, несмотря на жаркую погоду. Здоровая конкуренция и желание победить придавали сил в борьбе. Участникам турнир пришелся по душе. День физкультурника, как раз это мероприятие приурочено, потому что скоро, следующий суббот, как раз День физкультурника. Вот. Мы готовы выезжать в любой район, если пригласят. Готовы даже и у себя в Краснослободске принять, там, допустим, мероприятие какое-то. Поэтому все здорово. Молодцы, ребята готовились, молодцы. Расскажите мне, как ваши впечатления? Отличные, молодцы. Лямберы вообще отлично проводят соревнования каждый год. Они прямо молодцы. Победителем в перетягивании каната стала команда из Лямберского района. Родная земля помогла. Сразу после армрестлинг соревнования проходили только на правой руке согласно правилам. В каждой из категорий были определены победители и призеры. Им вручили кубки, грамоты и дипломы. Эта суббота выдалась действительно продуктивной. Валерия Новикова, Сергей Кувакин. Народные новости. Лямберский район.